относитесь к межнациональным бракам? Положительно. Положительно. А сами да. вы встречались с иностранцем? Ну... Ну, хорошо, у меня парень русский. А если прям с другой стороны? А, с другой стороны... Не знаю, как-то это очень странно. Было бы сложно, наверное. Нет, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. А вот если бы вы не встречались, у вас есть какие-нибудь предпочтения, например, европеец, азиат, кореец, узбек? О, нет, такого... Нет, я бы не встречалась бы, честно. С казахом легче? Да, конечно, легче, но вот когда я рядом и что-то такое близкое, родное. Как вы относитесь к межнациональным бракам? Хорошо отношусь. Хорошо относитесь. А встречались бы сами с иностранцем? Я уже встречалась. С иностранцем? Да. А откуда, если не секрет? Он. Сложный вопрос, их было несколько. А у вас есть какие-нибудь личные предпочтения, например, европеец, азиат, африканец, индус? Можно не отвечать на этот вопрос? А, можно не отвечать, да. Нейтрально, ну, все равно. Нормально, да? Да, нормально. А если прям с другой стороны, иностранка? Ну, да, есть, типа, чуть-чуть против того, что русские, ну, не то, что русские, а казахи берут, там, негритянок, а там, негры берут, этот, казахских девушек. А, то есть вы против этого, да? Ну, чуть-чуть есть такое, смешивается нация, там, с казахом и с афроамериканцами. Вот. То есть ты предпочитаешь, если это казахи, да, вот, это будет правильно. А сам лично встречался бы с иностранкой? Там, с Европы, там, с Кореей? Да, встречался бы, но никак не... Не серьезно, да? Да, не серьезно. Межнациональным браком я отношусь к ним хорошо, потому что это как бы любовь, их выбор. К ним хорошо относились. Встречались бы с иностранцами? Конечно. Да. Предпочтения есть какие-нибудь? С Европы? Не знаю, главное, чтобы человек был хорошим. Так, не имеет значения, какая национальность, да. Так бы корейцы. Здравствуйте, довольно нормально. Это всегда хорошо. Во-первых, дети красивые получаются. Во-вторых, разные культуры. Ты познаешь другие культуры. Твой партнер познает твою культуру. Ну, в общем, нормально хорошо всегда. А если прям с другой стороны? С другой стороны? Да, прям у нас такая. Да, можно, например, американец, можно визу взять. Предпочтения есть личные какие-нибудь? Европейка, азиат? Нет, личных предпочтений нет, но главное, какой человек. Значит, вы бы встречались с иностранкой? Да. Если еще богатая, то вообще классно. С визой, американка, не знаю. Yes, I have my cousin, he work here also with me. He's married from here, so we, from my side, oh, I don't. He's married to a local. Yes, to Kazakh girl, and he's so happy, and he have two kids, and he's so happy here. And do you think does he face any discrimination here or no? Because he married to a local Kazakh woman or no? No, so far no. He's happy and he's living well. So you think Kazakhstan is quite friendly towards international? Yes. From my side, yes. I don't know others. Я отношусь положительно. Ну не знаю, что в этом такого, чтобы встречаться. А что если прям иностранец с другой стороны? Тоже нормально. Тоже нормально. Языковой барьер, значит, этого не переживать. Но если я решусь на такой шаг, то это будет обдуманный поступок. И уже обдумано то, что типа там барьер, не барьер и так далее. В любом случае, часть родственников, они будут против. И они в лицо скажут, типа, Мадина, кто это, типа такое, чё, у тебя казахов мало и так далее. Но если я решу, то всё нормально. А предпочтения есть, например, с Европы или с Азии, с Китая, например, с Индии? Или тоже всё равно на это, на национальность? Ну да, все равно. Вообще предпочтение не будет. Ну, конечно, если мне скажут там Таджикистан или там Иран, Афганистан, я такая, нет, конечно. Первое впечатление, а если как человек понравится и потом скажет, то возможно думать. Вообще ровное. Мне кажется, даже это не очень необычно. И этот. Вообще это круто, когда разные национальности, типа там, живут, сходятся. Разнообразие, что ли, может там. Черный ты или белый, это не важно. Как же. Согласен вообще. А если прям с иностранкой, например? С иностранкой? Не с Казахстана, а прям с другой стороны. Да это вообще супер, это шикарно. Тем более возможность уехать в другую страну такой. А
предпочтения есть какие-нибудь, например, с какой именно иностранкой? С европейской страны, с Китая, с Кореи, с Индии? Нет, это не имеет значения, да. Главное, чтобы она была той самой, с кем ты захочешь там построить семью и так далее, и так далее. Я не расцениваю именно как межнациональные браки. По-моему, это браки между мужчиной и женщиной. Если есть любовь, то ради бога, мне кажется. А если прямо иностранец с другой стороны? Прямо иностранец с другой стороны. Но это же тоже человек. То есть, мне кажется, я не вижу, у меня нет никаких предрассудков и стереотипов по этому поводу. То есть вы бы встречались с иностранцем? Ну, если бы, как сказать, если бы была любовь, чувство, то почему бы нет, да. Я отношусь положительно. Здравствуйте. У меня сестра двоюродная вышла замуж за кубинца, и этот брак для меня очень интересен в плане, когда мы собираемся в гостях, мы знакомим их с нашими традициями, они знакомят нас с их традициями, и я думаю, это в этом нет ничего плохого. Ну, это моя точка зрения. Вот, к сожалению, да, я в курсе, что многие относятся к этому негативно, но я не из их числа. Абсолютно положительно, я вообще не вижу смысла, то есть, делить людей на нации. Ну, это то же самое нацизм, то, что и был во Вторую мировую войну. Ну, короче, это ужасно, я ничего не имею вообще, на человека смотрю просто как на человека, не считаю ничего. А если прямо с другой стороны, прямо иностранец? Такой же человек, да. А предпочтения есть какие-нибудь? Например, страна какая-нибудь? Да нет, мне все одинаково нравятся. Ну, я нормально отношусь к этому, да. Ну, потому что люди как бы влюбляются, и они женятся, как бы это их право. То, что они... Это как бы не думаю, то, что это какое-то осудительное действие. Вот. Есть предпочтения какие-нибудь? Если вы встречались с какой-нибудь иностранкой, то с какой страны? Не, без разницы, честно. Без разницы, если человек нравится. Если человек нравится, характер, в общем, да? А почему бы нет? Если даже он, не знаю, африканец, либо там, вот, азиат. Без разницы. Без разницы, да. Да. Отлично. Отлично, да. Мы толерантные люди. Не, потому что обычно люди, которые метисы, они физически крепче. Ну, здоровье у них лучше, чем когда одна кровь. Смешанные крови сильно. Да. А если прям с другой стороны, прям... Да вообще без ничего проблем. Плохого. Только могут быть проблемы с менталитетом, ну, какая разница. А предпочтения есть какие-нибудь, европейка, азиат? Не, вообще без разницы. Главное, чтобы человек хороший был. Да, да. Душа, главное. Душа, да, конечно. Нормально? Нормально. Ну да. А если прям с другой стороны человек? Ну, познакомиться сначала, потом можно. То есть нормально. Так нормально? Да. А лично есть предпочтения? Европейка, там, азиатка? Нету. Ну, если девушка примет религию мужчины. Религию? Да. Да. Да, без разницы. Самое главное религия. Да. Наверное. Почему бы нет, если человек хороший? А с какой стороны бы пошли? Если человек хороший, какая разница?